Настюшкин. Настюшкин. А где это мы? Настюшкин, где мы? А мы еще вчера из Отрадки приехали в Конаково. На соревнования. Да, Настюшкин? Сегодня у нас выводка, а завтра соревнования. Теперь комбайн гуляет, только на чем-то так ходит, мне очень не нравится. Комбайн, ты что я? Мама решила купить мне бриджи, и поэтому я меряю тут уже, не знаю, какое уже количество бридж, так мне ничего и не так. Чё, это чё, кто это? Это ты. Здорово. Я хочу поехать и купить себе ММДМС. Я тоже хочу всякого говна накупить. Хотя мама сказала, купи мне это. Это еда. Вот понимаешь, вот нам нечего есть между едой. Вот такая проблема. Да. Смотрите, смешные шутки про нас с тобой. Люди до пенсии будут думать, что... Мне 15 лет. А ей 18, понимаете? Мне 15. Она старше меня? 15. Ей просто 14. По-моему, я шикарно выгляжу. Ну да, нормально, с засветами. Это просто я ослепляю людей. Кстати, сегодня меня девочка еще одна узнала. Ослепить? Меня никто не узнает. Я тебя узнаю. Ура. Из тысячи. Меня Настюшка Никулина узнала, такая типа, привет, что за дама? Такая, это я. Да, я такая. Да. Когда пытались стать Теранова Тим, но не стали, потому что вы из тем мало подписчиков. Вот и все. Да, а у меня нормально вы из тем подписчиков. Как тебе? Ты еще не умерла? Пахнет нормально. Я тоже так считаю. Ладно, что мы модные, а я моднее, чем ты. Мне белая носка. Она модная. Ты человек культуры, иди отсюда. Респект просто за песню. Да? Скажи, Кубейна. Жила две недели в Отраде, да? Неделю. И притащили не домой, да? Ничего, завтра поработаешь и будешь спать. Красота, конечно. Да. Сейчас была очень интересная история. Я шагаю с Москвой, с Михаилом Василисом, и мы решили пошагать вместе. У нее тоже молодой конь. Ну, и тоже, а в смысле молодой конь. И мы такие идем, и тут они увидели страну. То, что у них началась истерика у обоих сразу, это ничего не сказать. Они прям чуть не умерли со страху. И так слегка у нас свалили. Но они не бежали далеко, слава богу, там девочки помогли. Они остановились прямо напротив боевого поля и стоят вдвоем. Такие дела, да. И с Хубей я решила погулять. Ну нафиг. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Somehow we can miss out. I'm done living life with the lights out.
По-моему, это тут на вас окошечко снято. И краску. Чудомный шлем. Хочу такой. Хочу такой. На лошадь сейчас стоит, блин, 135. Только на ней поедет. А мы тут с ним. Куда же тут никого? Я бы хотела тоже разбираться, когда нет никого. Вон стоит молодец. Ее похвалили, а кого-то нет. Ну, так. Ну, блин, моя форма. Люблю пасти коней. Куда пошел? Стой, 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 стой. I've been searching in the dark, trusting every. With all it on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way you make me feel so good right now. It's the way you make me feel so good. Oh. Иди ты, ты что ты творишь? Ну, блин. Да блин, потому что хрена, Олег. Дура. Так сиди, сиди, сиди. Твою налево, Ксюша. Красотка просто. Мы уже опаздываем на тусовку. Ура. А там красиво. Соня, расскажите, пожалуйста. Мало половин, правда. Я пришла. Садись. Что это за сыр? Кушай. Не-не-не, я только что такое съела. Я здесь не макала его ни в чем. У нас закончилось все, что можно. Черт! Блин. Она спит. Вы готовы прыгать 150? What you say? That you only meant well, well, 'cause you did.
иди сюда. Балбесы. А мы приехали на паром. Да пап. Че, поехали?